Яркие цвета, развивающие игрушки и космическая атмосфера для юных жителей Златоуста. В парке «Крылатка» смонтировали новую площадку. Занятия себе там найдут дети разных возрастов. Для ребят постарше спортивная игровая конструкция «Автобот» — это персонаж из комиксов про трансформеров. Для малышей — песочный двор, состоящий из космического домика и горки в виде ракеты. Песочный дворик предназначен для детей от года, но на нем будет интересно детям и более старшего возраста, потому что в космическом домике установлены развивающие элементы. Это детские счеты, лавочки, то есть можно играть и детишкам постарше, и детишкам помладше. Для безопасности детей площадка прошла проверку на прочность. На горках есть вспомогательные ручки и защитные перекладины, а полы и ступени сделаны из влагостойкого, нескользящего материала. Детская площадка почти готова, осталось завести только песок.